Дебюсси менее часто исполняется, чем, скажем, Шопена, Листа, Рахманинова и других. И поэтому, если вы хотите, я могу пару слов вам сказать. Просто для того, чтобы вы имели определенную программу для восприятия музыки. Или это лишнее? Нет, вы говорите. Ну, вы, конечно же, знаете, что направление, называемое искусственно называемым импрессионизмом, родилось во Франции. И первоначально оно появилось в живописи. И вот импрессионизм музыкальный, величайшим представителем которого является Клод Дебюсси, он просто напитан идеями живописного импрессионизма. И данный цикл, данная сюита, программа под названием «Станка», и в ней мы даже уже в самом названии видим вновь обращение к живописному термину. Да? «Станка» — это вид графической художественной миниатюры, и вот графика, которая в конце 19-го, начале 20 века уже откристаллизовалась и представляла собой искусство, как бы основными средствами выразительности которого были линия, штрих, да? То есть контраст белого и черного, в дальнейшем появляются цветные графические миниатюры. Вот, пожалуй, язык эстампов, музыкальный язык эстампов, он очень близок к языку вот, живописному, именно графическому, поскольку средства, которые используют композитор, они настолько лаконичны, что, наверное, это параллель очень уместна. Но скажу также, что Дебюсси, то есть в чем, собственно, его значение основное, да, в музыкальном искусстве, он предлагает слушателю уже совершенно новый, по сравнению, скажем, с музыкой романтической, которая вот сегодня уже звучала здесь, он предлагает совершенно новое восприятие фортепиано, да, новый звуковой образ какого-то инструмента. И вот идеи, которые начали романтики, то есть вот, попробовать создать произведения, в которых есть такая вещь, как музыкальная атмосфера, как воздух какой-то. И вот идеи музыкального пространства, а также красочные возможности, да, когда музыка это уже не просто искусство мелодии и аккомпанемент, а когда каждый элемент фактуры, он имеет как бы несколько функций. То есть, к примеру, ну, допустим, он может сочетать в себе элементы и гармонии, и мелодии одновременно, и какой-то краски. То есть до Дебюсси так никто не писал. И на взгляд, может быть, композиторов, которые творили до него, и в частности, на взгляд его педагога по композиции, то, что сочинял Дебюсси, это просто было ужасно и немыслимо, потому что те сочетания гармонические и мелодические, которые предлагал Дебюсси в своих сочинениях, они вот были для того времени настолько новые и свежи, что первоначально очень трудно воспринимались. И сейчас вот прозвучит эта серия эстампы, это вот такая серия музыкальных картин, музыкальных пейзажей. Три программные миниатюры. Вообще программность очень характерна была для творчества Дебюсси, то есть практически все его фортепианное творчество программное. Что это значит? Это значит, что каждая миниатюра, написанная для этого инструмента, имеет название, в котором уже как бы содержится программа для его восприятия и исполнения. Итак, пагоды, вечер в Гренаде и сады под дождем. Пагоды, вот это первая миниатюра, я хочу немножечко тоже вас подготовить, поскольку она не вполне обычна. Критика предполагает, что вот этот образ, да, который заставляет нас вспомнить о древних индонезийских восточных храмах в виде треугольников, многоярусов, чинкопланов. Вот. И вот критика предполагает, что Дебюсси написал это сочинение под влиянием его посещение выставки в Париже, где он впервые услышал ливанский гамелан, восточный оркестр,
с огромным количеством ударных инструментов и щипковых. И вот в этом сочинении вы услышите очень много таких гулких, разнообразных ударных звучностей, и имитирующих удары гонга, или колокольчиков, или металлических пластинок вот на крышах этих храмов. Вот. И ударность здесь очень интересно представлена, ударность вот эта вот, да, музыкальная, она предстает в таком восточном облике, очень мистическом и мягком. Итак, готовьтесь, пагоды, заставляющие нас вспомнить о восточной созерцательности. Thank you.
слышите, называется «Вечер в Гренаде», и это уже совершенно иная музыка. И вы, наверное, заметили вот тоже, что необычно для музыки предыдущих эпох, что в импрессионистской музыке одно впечатление как бы сменяется другим, и какая-то мысль может не заканчиваться композитором. То есть композитор совершенно по-другому работает с музыкальной темой. Если классики, вот у них была тема, ядро, которое они разворачивали, и эта тема могла претерпевать какие-то изменения, развитие, то для импрессионистов важно другое. Важно первоначальное впечатление об образе, которое они стремятся передать. Поэтому очень часто в их музыке вот замечается такая мозаичность образов, да, как бы темы не претерпевают какого-то, может быть, развития очень часто, а контрастно следуют одна за другой. То есть впечатления и настроения сменяют друг друга. «Вечер в Гренаде», «Впечатление об Испании». Thank you.
написанное Дебюсси для впечатления игр детей во французском парке. Вот. Но, конечно, безусловно, не только под этим впечатлением, поскольку вот программа в названии, об этом я уже сегодня говорила, «Сады подожжем», безусловно, это попытка запечатлеть то, что эфемерно, то, что невозможно изобразить, вот, говорить, движение воздуха, света, цвета. Совершенно, на мой взгляд, потрясающе, необыкновенно, красиво. На этом концерт закончен. Спасибо.